привет! Я Романова Ольга, селебрити-визажист. Специально для Fashion One сегодня я покажу вам макияж в стиле модных тенденций весна-лето. Сегодня нашей обворожительной моделью будет Анна Бойер из агентства «Мода Сувенир». В этом сезоне очень актуальны не классические смоки айс, а именно те, в которых нижняя века более акцентирована. Я вас научу, как это делать, и раскрою все секреты. Тенденция номер один – легкая светящаяся кожа, не перегруженная никакими тональными средствами. Много хайлайтеров. В данном макияже буду использовать только кремовые текстуры, что тоже отвечает тенденциям этого сезона. Кремовые текстуры выглядят живее и намного сильнее светятся. Коррекцию лица, скалпинг, я выполняю с помощью кремообразного бронзатора. Я наношу его на височные впадины, на прикорневую часть волос, на линию скулы и обязательно на линию подбородка, немножечко на краешке носика. В данном случае я не использую хайлайтеры, потому что мне достаточно свечения от скульптурирующей кремообразной текстуры. Самое главное – выбрать карандаш почернее и с более интенсивным пигментом, чтобы он был очень и очень насыщенный, пожирнее. Мы его наносим обильно на внутреннее веко. С помощью кисточки все это мы растушевываем. Один из моих самых любимых продуктов – это черные кремообразные тени. С помощью них я как следует растушевываю нижнее веко. Еще один кремообразный продукт, который я буду использовать в этом макияже – это тени с очень интенсивным металликом. Я нанесу его на внутреннее веко посерединке и на внутренний уголочек глаза. Также я немножечко подкручиваю реснички и густо-густо наношу тушь, особенно на нижние ресницы, потому что в данном макияже весь акцент идет на нижнее веко. Это еще один тренд этого сезона. Я выбираю серо-коричневого оттенка, легкой текстуры. Пальчиком, аккуратно похлапывающими движениями, я наношу на губы, потому что в данном случае четкий контур нам здесь не нужен. С вами была Романова Ольга, специально для Fashion One. Подписаться на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.